Давай. Угу. Ну да. Мы ждем реран кли. Ну не маты. Ой, оно как-то. Ага. Окей. Это гримуар. Угу. Башечки. Там микро рюкзачок, спира. Это что, это наушники? Да. Офигеть. Вот, ну как, что это будет, я конечно не знала. И тут клевер. И тут клевер. Не, ну это все, это кокка. Как тебе рюкзачок? Ну, рюкзачок вообще, он очень детализирован. Прям такая прошивочка везде. И здесь у нас этот магнитик. Ну, очень удобно, кстати. Ой, вообще божественно. Очень красиво. Из чего сделан? На ощупь, кстати, по-моему, это кожа. Ну, я не особо разбираюсь, но прям... На запах, кстати, он тоже. Сейчас. Ну, он клевый. Ну, это, кстати, знаешь, удобно на ремень вешать. Ну, как бы на ремень. И вот они у тебя всегда типа вот тут под рукой. Ну, закрыто все хорошо. Осталось купить фигурку клей и одеть ей рюкзачок. Ну, да вообще. А там еще что-то будет? Не знаю. Ой-ой-ой. Там еще какая-то штучка. Сейчас. Там чего-то очень много всего. Все упаковано и... А, ну хорошо, вот это, кажется, понимаю. Вот это документы. Типа. Это всякие, ну, на разную толщину ушей. Угу. А это зарядничек. Зарядничек. А вот это что-то, вот это я не понимаю, что сейчас. Не очень видно, карабин какой-то. Что это? Сейчас я буду брать. Угу. Ну, типа, можно как брелочек повесить. А рюкзачок? Это к рюкзачку, да, вот. Тут же петелька не просто так. Вот, единственное, я вот не очень понимаю, сюда колечко или карабин. И, кстати, очень удобно открывается. Нет. Ну, да, не знаю. Меня тащило. Ну все, не надо, а то сейчас это ущемишься. Я уже почему-то. Там в травмпункте нести. Вот, ну в общем это, наверное, вот так. И карабинку куда-нибудь вешать. Ну, очень здорово. Ну такое не очень. Можно я уже беру? И что ты с ним будешь делать? Смотреть и плакать от умиления. Ну вот будешь со мной крутить клип? Баннер. Я буду также. А потом буду с горя ждать деда. И вообще делюк моя вайфу. Ну, очень божество. Такое мимимишное, что хочется прямо таблетки плакать. Молодцы, очень качественные сейчас делают. И книжечка. Ну, книжечка, да, книжечка вообще огонь, такой кейсик. И тоже, кстати, с магнитиком. Так, шкатулка такая. Солнце садится. Такой приятный на ощупь. Ну, я говорю, это кожа, скорее всего. Я не знаю, потом документы порой, если найду. Так, хорошо, ладно,
тебе рюкзачок, мне шкатулочку. Торги, торги, пошли. Ох, а, тяжелая. Она, да, она весит очень прям. Я думал, она полегче. Ну так-то, если из нее все вынуть, может, она и будет полегче, но... Ну, все равно. Да. Но она сделана из какого-то плотного картона. Угу. Да, прикольно. Ну, так вот у нас распаковочка запоздалая. Посылка шла месяц. Какой месяц? Ну, около месяца шла. Никаких там промокодиков не дали? Я не вижу. Есть только где-нибудь, на каком-нибудь совсем дне, если его вынимать, какой-нибудь совсем поролон. Только есть так. Ну, все тогда. Так будем ждать. Стрима. Какого стрима? А? Второго числа? Второго числа? В 3 часа по Москве. И в 19. Это еще 2 времени. В 3 на Твиче, в 15 на Ютубе. Ой, а в 19 на Ютубе. Да? Да, в 19 по Москве на Ютубе будет. Угу. А в 3 часа, ну, в 15.00 на Твиче. Угу. Ну все, пока.